Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Влог начинаю прямо с приготовления нашего обеда. У меня сегодня была одна большая курица, и я решила приготовить три полноценных блюда и удовлетворить сразу всех. Потому что, если я спрашиваю мальчиков, что приготовить, то это у них только курица с рисом или макароны по-флотски. Если я спрашиваю Давида, то чаще всего это макароновый суп. Как же я его не люблю, девочки! Не люблю и не люблю готовить, хотя... В принципе, там нечего готовить. Я сначала в кастрюлю отправила шею и всю вот эту хребетную часть курицы на бульон вариться. Затем всю остальную курицу я замариновала. Сделала такой кисло-сладкий соус, добавила соевый соус, мед, красную сладкую паприку, соль, перец, сушеный чеснок. Все хорошо перемешиваю и оставляю курицу мариноваться. Здесь у меня грудка, которую я нарезала продолговатыми кусками, голени, бедрышки, крылья. Ну и все это я ставлю в сторонку и начинаю подготавливать овощи для супа. Я взяла один средний репчатый лук, чеснок, картофель. Все нарежу мелким кубиком и отправлю в бульон. Я не буду дожидаться, чтобы мясо сварилось, потому что, в принципе, мяса там немного. Поэтому, как только бульон закипит, я отправляю овощи и оставляю их вариться. Второе блюдо – это у нас запеченная курица с риссоли или с макаронными изделиями. Я в формочку выложила крылья, голени, бедра. Все хорошо распределила. Как видели, я масла абсолютно сюда не добавила. У курицы под кожей достаточно жира, так что приготовится она в собственном соку. Отправляю на 30 минут готовиться, ну а далее будем добавлять макаронные изделия. Тем временем я в суп добавила один натертый томат. К сожалению, больше томата у меня не было, поэтому суп получился немного бледным. Посолила, поперчила и оставила готовиться еще 5 минут. Тем временем нарезаю картофель, буду его запекать в духовке. Приготовлю такую картошку, пряную картошку по-деревенски. Мои мальчики очень любят это блюдо, они прям каждую картошку берут, окунают в майонез, и им это безумно нравится. Картофель солю, перчу, добавлю красную сладкую паприку, сушеный чеснок. И орегано. Орегано здесь подходит как никогда. Добавлю еще немного оливковое масло. Все хорошо перемешаю. Ну и когда курица с риссоли приготовится, отправлю уже картошку запекаться. Спустя 5-7 минут, когда томаты тоже хорошо проварились, я добавляю лапшу. У меня были вот такие гнезда, я беру их и прямо рукой разбиваю и отправляю в бульон. Сюда можно использовать любые некрупные макаронные изделия. У меня была лапша, я добавила еще немного водички и оставила ее тоже доходить. Тем временем подошла и моя курочка. Я сюда добавила один стакан риссоли. Обязательно их тоже солю, перчу. И на один стакан риссоли я добавлю 2 стакана кипяченой воды. Добавила также немного оливковое масло. Все немножко так перемешаю, накрою фольгой и отправлю в духовой шкаф доходить. Риссоли у нас будут готовиться приблизительно 30 минут, но я периодически открывала фольгу, перемешивала, проверяла. Но плюс-минус за 30 минут они будут готовы. Здесь я нарезаю последнюю порцию зелени. Тут у меня базилик, укроп и петрушка. Ну и когда уже суп готов, я выключаю огонь, добавляю зелень и оливковое масло. Ну, чтобы они не подвергались термической обработке, долго не варились, так они сохранят все свои полезные свойства. Здесь курица и риссоли тоже приготовились, и я сверху добавляю зелень для аромата.
Я уже выхожу на финишную прямую. Картошка у меня запекается в духовке. Ну и в самую последнюю очередь я начинаю жарить куриную грудку. Она готовится очень быстро. Огонь у меня средний, буквально по 3 минутки с каждой стороны, и куриная грудка будет готова. Вот не передерживайте никогда, не жарьте ее долго, и она у вас всегда будет получаться сочной. Когда грудка приготовилась, я ее выложила на картофель и посыпала кунжутом. Ну что, девочки, давайте подводить итоги. Курица с рисони у нас приготовилась. Кто еще не пробовал это блюдо, обязательно попробуйте, это очень вкусно. Пряная картошка с куриной грудкой тоже приготовилась. И макароновый суп тоже готов. Конечно, просит немного цвета, но на вкус это никак не повлияло. Давид уплетал его за обе щеки. В итоге у меня получилось 3 полноценных блюда из одной курицы. На все про все у меня ушло 2 часа, ребята, потому что все это я готовила одновременно. Ну и, как говорится, всем угодила, все остались довольны. Тут я нахожусь в центре города, девочки. Наконец-таки настал тот день, когда я вышла для того, чтобы подыскать себе выходное платье на свадьбу. Помните, я вам говорила, что в сентябре мы приглашены на свадьбу нашего очень близкого друга. Так вот, на шопинг я пришла не одна, я здесь с мамой жениха. Это близкая подруга моей мамы, так что ей тоже нужно было подыскать подходящее платье на свадьбу своего сына. Ну и мы решили сделать это вместе. Нам в этот день круто посчастливилось и полил дождик. Было очень свежо, девочки, у нас было где-то 23-24 градуса. Вот. Главное, что было не ветрено, а дождик нам не помеха, он то лил, то переставал. А самое главное, знаете что, было очень мало людей. У нас сейчас скидочный период идет, очень выгодно сейчас закупаться по скидкам. Где-то 50, а то 70% иногда встречается скидка на одежду, на обувь. Вот. Ну и очень много людей, не только горожан, но и несколько тысяч туристов каждый день выходят на шопинг. Ну, про такие популярные магазины, как Zara, Mango, H&M, Bershka и все в таком духе, я уже молчу. Там вообще километровые очереди, чтобы пройти в раздевалку, поэтому такие магазины я обычно обхожу стороной. Но в этот день, естественно, мы нацеливались на совсем другого вида магазины, там, где представлены красивые выходные платья, поэтому нам было намного легче, там было очень мало людей. Но, девочки, этот шопинг у нас растянулся на очень долгие часы. Мы встретились в час дня и разошлись по домам 8:30 вечера. Вот, после такой шопинг-терапии, девочки, мне требовалась еще одна терапия, чтобы прийти в себя. Ну, в промежутке, естественно, мы перекусили немного, выпили кофе, ну и пошли дальше. Покажу вам буквально несколько нарядов, девочки, потому что мне не удалось поснимать, к сожалению. Знаете, прямо в магазинах у них висит табличка, на которой написано, что нельзя снимать, запрещено снимать фотографии и видео на камеру. Не знаю, с чем это связано, но вот я вам неоднократно уже говорила об этом, что здесь с этим проблема. В общем, хочу вам показать вот это шикарное платье небесно-голубого цвета. Это платье запало мне в душу, девочки. Еще долго о нем буду помнить.
но одеть это платье я бы не смогла. Оно очень красивое и село на мне хорошо, но оно слишком откровенное, да. Если бы мне было 20 лет, я бы точно его купила, но не сейчас. Вот. Ну, здесь это уже просто баловство. Конечно, я вот этот комбинезон не купила бы, но я его увидела на вешалке, такой белоснежный комбинезон с перышками. Мне так хотелось в него залезть. Вот просто так надела, чтобы просто посмотреть, как все это будет сидеть. Ну и как обычно, белый цвет, он такой предательски выдает все изъяны фигуры. Вот, но надев тот же комбинезон уже в другом цвете, все смотрелось гораздо лучше. Тоже красиво, но, естественно, я бы такое не одела. Ну, это так, просто, знаете, баловство. Хотелось примерить. Ну что, девочки, давайте я с вами сейчас буду делиться своим уловом. Конечно, здесь вещей по минимуму, но вот, как говорится, что осталось, тем и пришлось довольствоваться. У нас сейчас очень хороший скидочный период, вот период середины августа. Но я, знаете, не из тех женщин, которые очень организованно подходят к этому вопросу. Они всегда знают, когда начинаются скидки, когда они заканчиваются. И с самого первого дня выходят и начинают шопиться. Я не из тех, я пришла уже почти к самому концу. И вот что нашла, то и нашла. Давайте я буду надевать на себе и прям уже так по-быстренькому все покажу. И первая у нас, девочки, вот такая очень романтичная блуза, я бы сказала, в бежевом цвете. Все мне понравилось. Смотрите, здесь вот такая вставочка из сетки в крапинках. И очень милые рукава, вот такие плечики. Мне такой фасон нравится, вы уже знаете. Здесь также присутствуют кружева. Смотрите, тоже, да, придает какой-то шарм всей блузке. Ну и длина тоже у нее очень хорошая. Если вам что-то нужно прикрыть, то вот ничего абсолютно видно не будет. И даже если ее заправить в эти же велосипедки, то опять же все выглядит очень даже достойно. Вот как-то так. Понравилась, в общем, мне эта блуза, такой базовый оттенок, легко комбинируется с любым низом, в общем, блуза достойная. И следующее, девочки, это у нас платье. Да, я опять же не смогла удержаться и купила себе очередное платье, еще одно платье в мою коллекцию. Но, ребята, ну вот посмотрите, как можно было не купить вот эту красоту. Я бы даже сказала, что это платье в таком немного греческом стиле. Посмотрите, сколько здесь деталей, сколько здесь кисточек, и все оно кружевное. И здесь, знаете, у него классная подъюбка. Знаете, бывает, иногда надеваешь платье, да, и у нее подъюбка, вот 100% полиэстер. Ты уже в нем вся выпарилась, испарилась, ну, такое, конечно, одевать невозможно. Вот здесь очень качественная ткань. И вообще, мы заходили в хорошие дорогие магазины, потому что именно там стоит покупать одежду по скидкам. Например, вот это платье стоило 70, я его взяла за 35. Я думаю, обязательно нужно было это сделать, потому что села, ну, по мне, как будто шито на мне. И я говорила уже об этом, да и вы мне писали, что вот когда одеваешь одежду, и к нему просто нет никаких нареканий, то 100% нужно брать эту одежду, потому что она твоя. Вот. Вот такое платьице. Я довольна, мне очень нравится. Прям такое летнее свободное платье. Следующий образ, он вот такой, девочки. Легкая летняя блуза и вот такие прекрасные брючки.
Как всегда, на блузке у меня опять же кружева, оборки. Все это моя тема, вы это уже знаете. Сзади тоже выглядит она вот так. Больше не могу вам показать. Но очень женственная блуза, девочки. А здесь у нее, она вся на резинке, но она не очень длинная, где-то вот до сих пор. Но ее нужно одевать именно вот таким образом. Заправлять в брюки, в юбку. Ну и вот такой стиль тоже очень мне нравится. Такой а-ля испанский или мексиканский стиль. Вот, ну и дальше у меня вот такие классные брючки, девочки. Это очень качественная ткань, я просто вам не могу передать вот ее фактуру, прямо как масло. Вот трогайте, и прям как будто по маслу идет рука. Она тоже здесь на резиночке, есть поясок, высокая посадка, тоже то, что я люблю. Ну и к низу она немножко расширяется. Естественно, мне нужно их подшить, обязательно я их отнесу к женщине, которая мне всегда все подшивает. Ну и посмотрите, здесь есть карманы. Я ей скажу, чтобы она этот карман просто отрезала и здесь вот так прошила. В общем, уберем карман. Они мне здесь не нужны, я им обычно не пользуюсь. Уберу, потому что вот в этих местах придает объем, вот эти карманы мне придают объем. Как-то они топорятся или растопыриваются, не знаю. Вот, так что лучше их, конечно же, убрать. Вот, немножко их подберем, откорректируем, и будет классно. В общем, такой второй образ у нас. Не обращайте внимания на мои топули, конечно, цвет не в тему, но ничего. Ну что, девочки, ну и вот цель нашего похода по магазинам – это платье к свадьбе. Я нашла свое платье, чему безумно рада, но хочу сказать вам, что я абсолютно не нацеливалась на розовое платье. Наоборот, я думала, что я не куплю розовое платье, какой цвет угодно, любой другой, но не розовое. Но вот честно вам скажу, розовый цвет меня преследует. Я одела очень много платьев. Но как только я надела вот это и вышла, и мамина подруга увидела меня в нем, она просто ахнула. Она мне сказала: «Все, Нона, прекращай поиски, ты нашла свое платье, забирай, даже не думай». В общем, вот наверху она вся в пайетках. Это очень красиво, девочки, очень нарядно. Даже поясок мне понравился. Ну и внизу она вот такая гофрированная. Конечно, очень длинная, мы ее обязательно будем подшивать. Еще туфли мне нужно купить, какие-нибудь нейтральные, бежевые, на не очень высоком каблуке, чтобы опять же мне было комфортно. Обязательно сделаю красивый макияж, куплю какие-нибудь сережки, ну подыщу, чтобы все это гармонично смотрелось. Волосы я собираюсь сделать что-то в этом роде. Не знаю, вот как с челкой, но я думаю сделать какой-нибудь красивый пучок. В общем, и еще сумочку надо купить, тоже какую-нибудь нейтральную, потому что вот акцентное самое большое пятно будет само платье, конечно. А все остальное должно быть таким спокойным и нейтральным. В общем, вот такое платьице я для себя нашла, девочки. Мне в нем комфортно, мне оно безумно нравится. Я думаю, что сидит красиво на мне. Ну, а вы, конечно же, пишите свое мнение. И еще одна абсолютно незапланированная покупка, девочки, это был вот этот рюкзак от бренда Guess. Очень красивый, очень шикарный рюкзак, но я абсолютно не собиралась его покупать, но пришлось, почему, сейчас вам расскажу. Подруга моей мамы, вот ее сын, да, женится и будет крестить своего ребенка. Ну, естественно, она тоже, да, искала себе платье. И вот где-то неделю тому назад она пришла в этот магазин, примерила где-то 3 платья. 2 платья ей очень понравились, но она не смогла решить, в общем, какое ей нравится больше. И решила забрать меня с собой, тоже услышать мое мнение.
Но для того, чтобы ей как бы сохранили это платье, она должна была там оставить какой-то задаток. Она оставила 100 евро и сказала, что ну, через несколько дней я приду вместе с девушкой, но мне интересно ее мнение, и будем решать, буду брать платье или нет. Ну и на тот момент, когда мы пришли вместе с ней в этот магазин, мы уже ей платье на свадьбу купили. В общем, и мы им говорим, что платье мы покупать отсюда не будем. Но пускай эти деньги остаются в какой-то другой момент. Может быть, осенью она придет и подберет себе что-то из одежды, потому что это очень большой магазин, не дешевый. Там 3 этажа, есть очень много одежды. Ну и мы подумали, что ну, что-то из одежды она себе подберет. Но нам говорят, что эти 100 евро, они как бы скидочные. И у них есть определенный лимит. То есть, когда скидка закончится через где-то 10 дней, то эти деньги она уже теряет, если мы вот прямо сейчас ничего не подберем. Короче говоря, мы спустились на 1-й этаж, и она, не знаю, сколько времени мы там находились, девочки, она ничего не смогла себе подобрать. Она одела почти всю одежду, которая там имелась, но что-то было ей мало, что-то было велико. В общем, я ей говорю, ну, посмотри какую-нибудь сумку, там очень много аксессуаров. Подбери себе очки, кошелек, не знаю, пояс. Там был пояс от Guess, ну, очень дорогущий, девочки, мне он так понравился, но кусался. Вот. В общем, и что мы сделали в итоге? Мы пришли вот к такому решению, что я себе что-то подберу, и потом я ей отдам, значит, эти деньги. Как бы от меня она не теряет, а от магазина она, если уйдет ни с чем, то теряет уже свои 100 евро. Поэтому, девочки, я выбрала себе вот этот рюкзак. Он стоил 200, но за полцены он мне достался за 100 евро. Сейчас как раз на осень, на зиму, конечно, и летом его можно носить спокойно, но посмотрите, какая красота. Вот эти кожаные детали, вот эти металлические с их логотипом. В общем, очень мне он понравился. Внутри, как обычно, они кладут вот эту сумочку, которой нужно хранить, если что, рюкзачок. Ну и внутри он тоже довольно-таки вместительный. То, что нужно мне сюда уместить, я спокойно умещу. То есть блогерскую камеру, это номер один. Вот, вот такая красота внутри. Конечно, они умеют красиво отделать свои сумки. Здесь имеются 2 кармашка на молнии. В общем, блогерская камера, кошелек, мобильник, ключи и все. Вот так абсолютно спонтанно и не запланировано, но я в нее влюбилась, я очень довольна. В общем, девочки, вот такие покупочки у меня на сегодня. Я надеюсь, вам все понравилось, вы разделяете мою радость. Ну и, как обычно, я вас буду ждать в комментариях, обязательно пишите свое мнение. Ну а на этом я буду уже закругляться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить пальчики вверх, писать комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну а я желаю всем отличного настроения. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока. When I'm